На Ямале за выборами президента будет следить ситуационный центр общественных наблюдателей. Он начнет оперативную работу с момента открытия участков и продолжит ее вплоть до подведения первых итогов дня голосования. Туда будет поступать и там же обрабатываться вся информация от наблюдателей общественной палаты в городах и районах округа, волонтеров регионального штаба «За чистые выборы» и членов ассоциации «Гражданский контроль». Этот ситуационный центр, в него войдут представители от общественной палаты, войдут электоральные юристы. Мы планируем, что у нас будет эксперт ассоциации «Гражданский контроль» подъедет из Москвы. Кроме того, в общем-то, мы будем на постоянной связи с нашими наблюдателями от общественной палаты во всех муниципальных образованиях. И вся информация будет сюда оперативно стекаться. Планируем интерактивные включения, планируем, в общем-то, приглашение всех участников избирательного процесса, в том числе, ну, надеюсь, что и доверенные лица кандидатов подойдут. То есть, ну, такой живой день, и, в общем-то, ситуационный центр, он будет работать, как говорится, от восхода до заката, да. Члены ситуационного центра будут оперативно отрабатывать сигналы о возможных нарушениях и давать комплексную экспертную оценку действиям или бездействию участников избирательного процесса. Информация будет поступать из самых отдаленных уголков Ямала. За лентой новостей дня голосования можно следить в группе «Информационный центр гражданского контроля» в социальной сети ВКонтакте. Там же через форму «Предложить новость» пользователи смогут направлять сигналы о потенциальных нарушениях закона о выборах. Добавлю, что всего на участках в день голосования будут находиться более 400 наблюдателей. Уверен, что те люди, которые придут на избирательные участки в качестве наблюдателей от общественных палат, действительно будут представлять все гражданское общество и следить за законностью процедуры.